Всем привет! Сегодня готовлю салат с баклажанами и курицей. Простой, сытный, невероятно вкусный салат. Влюбляешься в него с первой ложки. Баклажан весом примерно 200 грамм нарежем брусочками. Кладем в миску, посыпаем солью, примерно 1/3 чайной ложки. Перемешаем, дадим постоять, чтобы ушла лишняя горечь, минут 10. Небольшую морковь натрем на терке для корейской моркови. Болгарский перец почистим и порежем соломкой. На сковороду наливаем немного растительного масла, примерно 2 столовые ложки. Опускаем баклажаны и обжариваем их до готовности. Снимаем готовые баклажаны на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. На сковороду наливаем 2 столовые ложки масла. Опускаем морковь с перцем и обжариваем до мягкости овощей. Снимаем тоже на бумажную салфетку. Куриное филе отварное разделим на волокна, примерно 150 грамм. Собираем салат. Кладем морковь с перцем, баклажаны, куриное филе. Добавляем черный перец, соль по вкусу. Заправляем майонезом и перемешиваем. Дадим салату настояться в холодильнике и подаем к столу. Майонезом заправлять не обязательно, можно просто все перемешать и подать так. Получается очень вкусным и питательным. Приготовьте обязательно, и вы не пожалеете. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки. Пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!